Бинокль гамма 10 на 42 WP вставляется в картонной коробке. Комплект здесь довольно стандартный. Очевидно, что бинокль с аутсорса где-то делается в Китае. Ну и гамма их продают. Довольно знакомый нам чехол. Имеется петля, можно носить этот чехол на поясном ремне. Комплект также входит салфетка для ухода за стеклами и ремешок. Ремешок очень узенький. Длительно, конечно, использовать такую вещь неприятно, но очевидно, что здесь аксессуары для галочки, а вся цена заложена именно в сам бинокль. Бинокль не дешевый, практически 7000 рублей. Это обусловлено, наверное, довольно сложной, но и не очень старой технологией. Построен он на RUF-призме. Такие бинокли более компактные, более легкие. В общем, самое то для туризма. По настройкам здесь все довольно стандартно. Правый глаз подстраиваем правым окуляром. Ну и есть еще один посередине, он, очевидно, настраивает у нас левый глаз. Кратность у бинокля X10. Диаметр объектива 42 мм. Это даст хорошую яркую картинку. Корпус металлический. Покрытие soft touch. Линзы газ заполненные, запотевать он у вас в случае чего не будет. Также следует отметить удобные подпальцевые выемки и несъемные передние крышки для защиты оптики при транспортировке. В целом отличный бинокль средней руки, подойдет тем, кому нужно что-то компактное и максимально легкое, допустим, активным туристам и охотникам.